на своем канале. Сегодня у нас снова утренний релакс. Всеми обожаемая рубрика. У меня какое-то игривое настроение сегодня. Новая локация впервые за много, так скажем, время. Мы ее сменили теперь просто вот так. Значит, как всегда, сейчас буду делиться с вами всем своим новым, что у меня случилось, какими бьюти-продуктами я сейчас пользуюсь. Лосьончики, спреи, бальзамы, гели для душа. Уход за кожей лица, все это сегодня я вам буду делиться в такой непринужденной обстановке. Мы будем с вами, как всегда, болтать о насущном. Очень кайфово проводить время и в то же время с пользой. Будем делиться с вами всеми полезными средствами, друг с другом, но при этом еще приятно болтать. В общем, сейчас у меня с собой. Обычно на эту рубрику я всегда беру стакан воды, может быть, сока. Сегодня у меня ромашковый чай. Я очень люблю травяные чаи. Прям... Сейчас я вам покажу свою новую любовь в плане свеч. Боже, девочки, я никогда в жизни такого приятного аромата свеч никогда не чувствовала. Значит, этот запах эспрессо-мартини, кофе и ваниль. Ой, вот это прям бомба. А вот это ваниль. Прям, чтобы вы понимали, таким творожным чизкейком. В общем, это самое вкусное, что я когда вообще либо пробовала. Кстати, чуть-чуть позже я поделюсь классной линейкой против акне. Не у меня, потому что вы знаете, что я, слава богу, тут таким не страдаю. Но, как бы, я теперь знаю, у меня там на заднем плане уже есть линейка. Профессиональный уход против акне. Потом я обязательно поделюсь, немножко позже просто к этому подойдем. Я знаю, что очень многие сейчас страдают этой проблемой. Вот эти красные, синие, зеленые, воспаленные прыщи, вот эти белые. Я нашла такую линейку, которая поможет вам с этим побороться, несмотря на то, что я ее нашла в Австралии. Я думаю, как в Украине, в России, в Беларуси, в Казахстане, в Армении, а всюду. Вы даже Азербайджан меня смотрит. Так что я думаю, вот везде вы эту линейку найдете. Сейчас я нанесу себе на волосы и будем продолжать болтать дальше. В общем, я когда из Украины уезжала, я по-быстрому, у меня не было там профессионального магазина косметики, хапанула масло для волос, миндальное масло и жожоба, по-моему, так правильно говорится. В общем, в целом мне нравится, не жирнит волосы и вообще справляется со своей функцией так, как надо. Хотя это, в принципе, масс-маркет. Вы, наверное, у меня впервые за долгое время в рубрике «Утренний релакс», «Кайфуем вместе» увидите вообще масс-маркет. Потому что вот эти шампуни, они тоже из масс-маркета. Я еще, когда сюда приехала, сразу пошла купила. Я еще даже не нашла профессиональные магазины, которыми пользоваться. Но я думаю, это уже в следующих сериях. Я вам уже все это покажу. Так, пока масло нанесла. Кстати, оцените, пожалуйста, мой халатик. У меня такое платьишко еще здесь. Кельвин Кляйн платье. И такой обычный халатик. Он длинный. Да, подойти, чтобы... В общем, мне нравится. У меня таких никогда не было. У меня, кстати, появилось очень много домашней одежды. Ее появилось много, но я еще планирую ее докупить. В плане там рубашечки, шортики, вот такое все. Нужно быть всегда, так скажем, при параде, ходить как богиня. Поэтому вот так вот. В общем, я хочу еще посмотреть Victoria's Secret, потому что тут рядом в торговые магазины, в которые я ходила, мне, так скажем, не устраивает то, что там есть. Значит, как всегда, я вам показываю лосьончики, бальзамы, те, которыми я сейчас пользуюсь. Значит, мне моя дорогая подруга перед моим отъездом подарила очень классную ароматный лосьон и спрей сейчас. И мне кажется, что я туплю. Victoria's Secret.
вот такой. Он еще с шиммером, и когда брызгаешь на тело при попадании солнечных лучей, прям очень сильно сияешь. Вот такой вот. Сейчас чем-нибудь из этого брызнусь. И вот такой от Pink лосьон на водной основе. Ах, девочки, это просто бомба. Мне всегда делают комплименты, что я всегда очень вкусно пахну. Так бы сейчас как бы это нести красиво. Значит, я всегда зону шеи тут наношу и всегда пахну очень вкусно. Вот это как казалось бы, да? Ты пахнешь водой, но очень вкусной водой. Так, подождите. А то тут будет сейчас 18+. Так, сейчас и... Вот так вот, значит, на ноги тоже это все дело наносим. Тут я растираю то, что у меня осталось. Девочки, просто шикарный аромат. Кстати, то, что я вам показывала из прошлого раза, оно у меня до сих пор есть, и я этим пользуюсь. У меня там много эссенций стоит. Ну, в общем, бомба. В общем, токсинованы такие, как я, советую. В общем, и потом я еще смешиваю эти запахи. Нет, ну, наверное, сейчас мы не будем смешивать или смешаем. В общем, чаще всего я еще вот этим брызгаюсь. Брызну целый. Давайте чуть-чуть. Чуть-чуть. У нас же съемка. Чуть-чуть сказала, брызнула 4 раза. Ну, это все в моем стиле. Это из моих любимых ароматов. Как ощущать себя девушкой лос? Нанесла на себя всего-всего вкусного. Одела красивую домашнюю одежду, помыла обязательно голову и все. Ты уже конфетка. В общем, это мои дейзики. Тут ничего нет интересного, такие же, как у всех. Но поскольку я реально только что покупалась... И я буду все вот это с вами наносить. У нас же такой чистый романтик, пожалуйста. Знаете, кстати, что я только что недавно узнала и считаю, что нужно об этом сказать. Видите, у меня их два. Это все привезенное еще из Украины. Значит, девчонки, если вы пользуетесь вот таким сухим, это как бы не дает вам потеть, и это забивает поры. Нужно обязательно в комбинации с такими влажными. Но я, если честно, такие больше люблю, но просто как миксовать. Два через один, вот так вот, чтобы для кожи это все было очень приятно. Сейчас так поставлю. Вообще, я хочу сказать, что... Со всеми вот этими сейчас ситуациями, военные, надоело страдать. Вот постоянно вот ты, ой, я уехала, я вот тоскую по Украине, ой, а вот там у меня друзья, вот там вот у меня было все шито-крыто. Вот, например, мне уже надоело страдать, я вот честно говорю. Я уже не хочу себя жалеть, я уже не хочу, вот мне это честно надоело. Мне надоело слушать тех, кто уехал, как я, за границу и говорит, ой, меня раздирает то, что они там, а я здесь. Я, короче, не хочу уже это слушать, мне это все надоело. Все, я не хочу больше. Я сейчас вот... строю свою новую жизнь из того, что я сейчас имею. Я стараюсь выживать в новых реалиях и не косить под жертву, что у меня вот так вот все плохо, вот, я потеряла то, я потеряла то. Я не хочу, в принципе, это толком, я ничего не застала, пару раз и все. Ну, как бы, безусловно, на меня это все равно, как на человека, который никогда это не слышал, оказало влияние, да, такой стресс. И все остальное, оно все, это уже прошло, это надо отпустить и жить тем, что есть сейчас. Вот такое мое мнение, нужно саморазвиваться. У меня тоже сейчас многие русские девочки мне пишут комментарии, что спасибо, что на твоем канале не льется вот это все дерьмо в сторону там
нас и вообще какое-либо, да, я никого никогда не обозвала здесь, я никого не оскорбила никогда. Потому что я реально, вот, я не испытывала этой ненависти. Я не пропускаю ее вообще в свое сердце. И, в принципе, ну, короче, я ни на кого не злюсь. Вот, вот так вот. Поэтому я всех люблю. Как я вам всегда в конце роликов говорю, как, ну, периодически. Всех люблю, всех обнимаю. До встречи в моих следующих роликах. Я это говорю абсолютно искренне. Вот, так что, мои дорогие, заходите на мой канал. Здесь никто вас никогда не обидит. Вот, вот так уже согласитесь лучше. Сейчас я вам покажу еще мои любимые духи. Значит, ну, про Tom Ford я вам говорила в ролике, во влоге. Это мой на данный момент самый любимый аромат. Стойкий, классный, прям, вот прям лоск отдает. Женщина лоск, там именно так. И еще одна моя находка. Джимми Чу вот такие. Они тоже сладенькие. Тоже, о! Тоже очень классно. Серийный сериал, который называется «Беспринципная». Боже, он мне так нравится. Мы с таким удовольствием посмотрели первый сезон. Про вот эти Патриаршие пруды, вот этот район в Москве, прям его весь этот вайб, как они это все там красиво показали, описали. В общем, я всем рекомендую посмотреть. Конечно же, там есть элементы 18+. Кто такое все не любит, не смотрите, но мне в целом понравился. Я посмотрела первый сезон. Кайфом. Из последнего, что посмотрела, мне понравился боевик «Небоскреб». Вот прям советую, вот прям вот этот фильм очень держит внимание, кто вот любит боевики. Поэтому вы тоже посмотрите, если вдруг искали, это мой вам такой советик. А из книг сейчас я читаю «Невидимые женщины». Кстати, скоро, я думаю, месяцок, и я сделаю обзор на мои прочитанные книги, и вам расскажу, что меня зацепило, что очень понравилось. Очень много таких классных находок я нашла. Кстати, подписывайтесь обязательно на меня в Телеграме, потому что там я сбрасываю самые интересные отрывки из книг. Каждый день там появляются какие-то цитаты, какие-то факты, какая-то статистика. Вот, например, сейчас я читаю «Невидимые женщины», книга о женском поле, в общем, все о нас. Плюс моего телеграм-канала в том, что вы можете не читать книгу, но, например, вот из тех же «Невидимых женщин», из там 400 с чем-то страниц, вы можете там основное тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и вы можете себе на подкорочку записать. Понимаете, вот этим очень классно. Вот зашли, приятно для глаза, почитали и вышли. Поэтому обязательно подписывайтесь. Как же жаль, что на ютубе нельзя музыку вставлять. Вот у меня сейчас, знаете, какая песня? Песня Ханны «Море». Ой, боже, мне так хотелось бы ее включить, но YouTube тогда выключит мне монетизацию. По поводу лица сразу же. По поводу лица. Это не против акне, это для тех, кого изредка бывают какие-то там не высыпания, а вот где-то выскочит какой-то прыщ, где-то еще выскочит. В общем, девчонки, это польская аптечная умывалка, самая простая, масс-маркетовская, вообще самая простяцкая, но очень классная. Умываюсь вот с ней перед сном постоянно, с утра я ничего с кожей не делаю. И у меня вообще не выходят прыщи. Это вообще что за золото просто. Потом, сейчас показываю вот эту линейку от Acne. Смотрите, она с чайным деревом. Значит, смотрите, это линейка от The Body Shop. Это Великобритания. Чайное дерево. Умывалка из этой линейки.
Потом вот такая, как это называется, короче, какая-то, знаете, бодяга. Это масло тоже чайного дерева, но не чистое, а с какими-то там компонентами против акне. Ее точечно на прыщи. И вот такая маска тоже от чайного дерева, ночная. Ее можно только два раза в неделю, иначе можно прям засушить себе, сжечь полностью лицо. В общем, тоже вот очень классная. И из-за того, что тип кожи сухой, от этой фирмы, но другая линейка, она увлажнение. Давайте я кратко расскажу, чем, в принципе, и как. Значит, вот эти с утра. Потом увлажняющий крем. Очистил, увлажнил. Вечером, например, два раза в неделю вот этой очищающей ночной маской. Но перед ней пенку использовать не нужно. Если у вас день, когда, например, вы вот этой маской не пользуетесь, вы пользуетесь вот этим, вот этой пенкой перед сном и точечно наносите на прыщи. Ну что я хочу сказать, для тех, кто не выносит такие вот, знаете, запах такого эвкалипта, жесткого прям, как будто ментолом прям в глаза вот так обдает, потому что вот прям реально она такая очень концентрированная, очень такой яркий запах. Вот даже сейчас закрыто, но очень сильно чувствую. Продавец, когда консультировал нас, она говорила: может, вы понюхаете перед тем, как вы будете купить эту линейку, может, вы нанесете на кожу, ну, в общем, как-то так, не всем подойдет, она такая специфическая, но справляется хорошо, и все будет шик и блеск. Но давайте я в закрепленном комментарии оставлю, кто будет смотреть спустя время, что там было через 2 недели, через месяц, уже я напишу в комментарии, и вы там спустя какое-то время посмотрите. Но такое первое, так скажем, впечатление, что прям очень классное, что я думаю, это поможет. А мне вот эта девушка дала вот такие маски, чтобы я попробовала. Нужно наносить на 10 минут. Я думаю, что а почему бы нам сейчас ее с вами не нанести? Почему бы нам ее с вами не нанести? Мы нанесем. Мы же все равно болтаем. Правильно? Я запомнила, что на 10 минут самое главное. Ух ты! Кстати, вы знаете, эта косметика, она... Ого, какая она! Она не тестируется на животных. Прекрасный выбор, Карина! Ты сейчас будешь выглядеть просто как очень странная женщина. Ну ладно, сейчас мы быстренько все это нанесем, потому что 10 минут же только можно. Знаете, я тут так мучаюсь, я же навезла все свои книги, которые я купила еще давно. Я вам в неделю влогов показывала, что я там себе накупила. Я же эти все свои непрочитанные книги, я же их все с собой взяла сюда. То есть все книги, которые я не прочитала. О, жжет прям. Я же их все с собой перевезла. Представляете? Это ж вам не шуточки, я их все с собой взяла. И я их все здесь прочитаю. Но суть в том... Боже, как я выгляжу страшно. Но суть в том, что я хочу уже новые книги. Мне хочется какой-то новизны. В плане какого-нибудь хочется классического, Достоевского, Булгакова, Бунина. Вот я хочу вот окунуться в мир вот этой классики, погрузиться в нее и начать, собственно... А чё так мало? А нет, нормально, зря придралась. И хочу, в общем-то, вот это все позаказывать. Интересно, сюда мне довезут, потому что тут, как вы понимаете, на русском языке хрен что купишь. Угу. Поэтому я буду заказывать с сайта, и мне будут делать, как я понимаю, международную доставку. Либо как там ее будут делать мне. Ух, прям, слушайте, жжет прям хорошо.
прям хорошо жжет. Давайте не сюда нанесем. Она просто застывает, и мне тяжелее наносить ее. Короче, буду вам распаковку делать. Я хочу вот опять вернуться к Достоевскому. Помните, я когда делала рецензию, кто смотрел, я говорила, что сейчас какое-то время я опять к нему вернусь. Потому что Достоевский — это, конечно, гениальный писатель. Это прям про человеческую душу. Он прям вообще ее выворачивает. Я вообще всегда любила... У нас в Украине русская литература всегда ставилась в раздел зарубежный. И я сейчас, вот я очень, я же «Мастер и Маргариту» тогда прочитала, купила, сделала вам рецензию «Преступление и наказание». Хемингуэя «Старик и море» я тоже вот сейчас хочу прочитать, потому что я тогда не прочитала, я, в общем, что-то я не прочитала. Но я вот прям хочу «Старика моря» прочитать. Я прям, мне тогда вот учительница наша когда рассказывала, и я прям была в восторге. Вот признаюсь честно, мне украинская литература так не нравится. Я вот это и «Кайдашеву семью» читала, и «Хибары, муть, волы, как ясла повни», вот это вот все я читала. Но мне это что-то как-то вот не цепляет. И когда я недавно увидела, что русскую литературу в принципе вычеркивают из украинской программы, я, конечно, прям подрастроилась, прям как-то жаль. Ну, хотя кто хочет читать, тот будет читать, правильно. Ну, просто у меня любовь такая к этим авторам, прям как будто я только что в земле покопалась, да? Все, теперь давайте вот так, вот 10 минут. Что-то тут я как-то намудрила. Вот. Вот так вот буду разговаривать, сейчас я смою. Сколько книг я хочу прочитать, сюда заказать. Конечно, жаль, что я не имею возможности сейчас, например, прийти, выбирать эти книги, потрогать их. Я ограничена сайтом, но все равно спасибо, что хотя бы у меня есть вот такая вот возможность, потому что это прям был бы капец, если не было прям вообще ничего. Показываю сейчас вам гель для душа, который вот мне подруга моя опять же подарила, когда я уезжала. Pink Velvet Cupcake. Тоже. Прям такой вот он ягодным таким вот, ягодной панакотой он мне отдает. Прям бомба! Даришка, спасибо! Кто заметил мои самые внимательные, любимые подписчицы, что она у меня теперь черная, а не бирюзовая с белым? А потому что я ее в Киеве забыла. Вот, поэтому я настолько не смогла с этой расческой, без этой расчески, что я когда уезжала, я купила в черном цвете еще одну. Вот так вот. Так, сейчас еще что я вам не показала. Что я вам не показала? Девчонки, я вас прошу, кто знает, пожалуйста, посоветуйте мне. У меня почему-то появились красные пятна от прыщей. То есть прыщей самих нет, но эти пятна, они у меня есть. Что мне сделать? Что мне купить, какое средство, чтобы они у меня стали проходить? Что мне сделать? Пожалуйста, если вот кто-то мне реально что-то посоветует, да, я прям буду очень благодарна, потому что мне прям не устраивает то, что есть сейчас. Здесь вообще девчонки-консультанты, они такие молодцы. Она мне расписала, что в последовательности, чем пользоваться. Расписала по составам. Прям вот классно. Она прям очень квалифицированный, я бы так сказала, специалист, потому что она и по составу. Давайте нанесем сначала на руку. Вы понюхайте, прежде чем вам покупать. Там, вы знаете, вот столько всяких таких тонкостей. И что ты не спросишь у человека, она все знает. Вот она знает, например, в какой последовательности нужно наносить. И против акне, чтобы вы понимали, вот это не вся серия, которая есть. Там идет вот такой стеллаж
с разными-разными пенками, именно из вот этой серии с чайного дерева, всякие кремы, сыворотки, капли, ну, короче, очень много всякого, прям всякие маслечки, и она вот только вот эти продукты посоветовала. В общем, молодец девочка, классный специалист, побольше бы нам таких. Я когда-то пришла в магазин у нас в Украине и спросила, а какое кокосовое масло мне лучше купить, вот такое или вот такое? Она такая, я откуда знаю, чем оно отличается, посмотри, ну как-то вот так вот. Ну, что можно сказать, если уже после такого хамского отношения консультанта ты вообще ничего там не захочешь покупать? Вот как-то так. И, кстати, впервые в этой рубрике я показываю вам непрофессиональные шампуни, которыми я пользуюсь. Вот такие шампуни манды китайские, ну, нормальные. Вот. И вот такие, которые у нас есть в Украине и есть в России, они более-менее, как бы считай, нормальные, органовые вот такие вот. Но, опять же, вот этими я сейчас допользуюсь и куплю себе профессиональный. Я увидела, что здесь есть Матрикс, потому что я хочу все-таки всегда профессионального ухода. Я знаю, что это по составам отличается. Но тогда, знаете, я купила, потому что мне нечем было голову мыть, а мыть ее нужно было чем-то. Ой, боже, какой вкусный аромат! Прям вообще класс. Кстати, девчонки, кто пользуется солью для ванны, знаете, что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать? Всегда берите соль. Мы это вот с бабушкой, когда разговаривали, в дискуссии поняли, что соль всегда для ванны лучше та, что белая. Со всякими там, она может быть с грейпфрутом, она может быть с апельсином, с мандарином, с чем угодно. Но обязательно, чтобы она была не зеленая, не розовая, не оранжевая, никакая. Чтобы она была вот белая, реально как соль. И вот тогда вот она правда лучше. Вот это я сейчас пользуюсь, в принципе, довольна. Еще что у вас хотела спросить. Хочу себе купить, ну, простите, это просто я. Щеточку вот эту вот для ног, для тела. Кто пользуется, вам она вообще помогает? Вот классная, вот подруга моя говорит, что ну вроде как и да. Я уверена, что я ее куплю. И скорее всего в следующей серии мы будем, я буду перед вами стоять вот здесь вот, значит, в купальнике. И мы будем с вами делать массаж ног. Поэтому 100%, пожалуйста. Он, в принципе, не массаж, но как вот это вот для кожи, там вот это, чтобы лимфа работала, да, вот это все. Значит, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить вот это следующее зрелище. Это обязательно, девочки, пожалуйста. У меня прям так стянуло кожу. Я хочу, чтобы тут еще просто прям подпиталось. Поэтому у нас сегодня будет долгий разговор. Ну, хочу, чтобы вот впиталась. Короче, она глиняная, я поняла. Ты знаете, как будто обкололась ботоксом и не можешь вообще ничего. Кстати, девчонки, хочу снять влог вам вообще, заснять вот день со мной. Что я делаю целый день? Вот что я делаю, мои будни, вот такой день с собой заснять. Идея такая есть, поэтому скоро вы увидите ее на моем канале. Боже, у меня такое, понимаете, игривое, хорошее настроение. Видимо, вот набралась я энергии от такого классного с вами разговора. От, всегда же классно вот этот весь обмен энергии. Кстати, вот несмотря на то, что я очень люблю все свои видео, свои все там рубрики «Сердечные истории». Кстати, спасибо, что вы мне наскидывали столько историй после третьей части, потому что некоторые думали, что я там закинула эту рубрику, но на самом деле нет. Будем все разбирать. Вообще, думаю, может быть, даже раз в неделю она будет выходить. Один ролик такой и один ролик такой. Вот эта рубрика особенно какая-то для меня романтичная. Прям вообще. Мы с вами что-то натираем. Кстати, я надеюсь, что вы это все делаете вместе со мной. Правильно, да? И правильно же понимаю, как бы, концепт нашего с вами общения. Еще, наверное,
Не, ну смывать я должна с вами. В принципе, оно, наверное, внизу-то подсохло уже, просто это такие. Ну, в общем, буду смывать, да? Буду смывать. Только сейчас бы волосы не... То они у меня как-то так хорошо себя даже без фена сегодня ведут. Как бы так аккуратно смыть, чтобы их не намочить. Я же тоже это привезла. Сейчас аккуратненько все делаем. Вот балда. Ну ладно, постираю. Горит сарай, гори хат, как говорится. Все, сейчас буду смывать. Девочки, я как будто себя землю смываю. Такое ощущение, будто я когда-то бежала и прям лицом в землю. Я только что приоткрыла глаза и увидела это. Так, ну что ж. Кстати, вот очень важно, сейчас я вот это уже остатки так уберу. Очень важно не пренебрегать и всегда обращать внимание на то, нужно ли маску смыть. Потому что если ее нужно смыть, а вы ее, например, не смоете, а держите дальше, то прям можно себе такое капитальное раздражение нажить. И ожог даже может быть лица. Поэтому прям, девочки, поаккуратней обращаем всегда на это внимание. Это очень важно. Да, блин, просто так пристало ко мне. Все, сейчас в финальный раз умоюсь. Мне кажется, вроде как хорошо лицо выглядит, такое какое-то свеженькое, как вам. Оно, кстати, подпекало. В общем, все, мои дорогие, пошла я продолжать свой день. Сегодня вечером буду снимать сердечные истории. Спасибо большое, что были со мной. Ощущение от маски хорошее, что лицо очистилось, такое подтонизировалось. В общем, еще буду ее пробовать. У меня один пробник остался. В общем, буду тестировать. Все, спасибо большое, что вы провели со мной время, что мы поухаживали с вами за собой. А если не поухаживали, то как минимум вы покайфовали, провели классное время со мной, возможно, попили чай, кофе. В общем, просто душевненько мы с вами по-девичьи отдохнули, как самые настоящие девушки лоск. Все тогда, я вас целую, люблю. До встречи в моих следующих роликах. Я пошла такая веселая, наполненная в свой день. Все, целую, обнимаю. Пока-пока.